Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь пойдет о красавице Кроссандре. Я ее буду пересаживать в другой горшок, смена грунта, и немножко расскажу вам об этом прекрасном, красивом растении. Расскажу, как за ней ухаживать, что она любит, как поливать, какой грунт, какое место она предпочитает. Ну вот, моя Кроссандрочка. Ей, ну, года три. Я ей с весной, нет, наверное, такой ранней весной, в феврале, наверное, я ей сделала обрезку такую хорошую. Наконец-то я дождалась, когда моя Кроссандра перестала цвести. Она у меня цвела всю зиму. И вот буквально недавно она вот скинула последние цветочки, вот колоски остались. Я хочу ей поменять грунт и немного пересадить чуть больше горшочек. Почему я хочу ее пересадить? Потому что вот у нее листочки такие уже, знаете, как бы не хватает ей питания. Она очень любит такую плодородную землю, но в то же время также, чтобы грунт был рыхлым. Любит светлые места. Родина ее Мадагаскар и Аравийский полуостров. Она любит восточные и западные расположения окон. То есть вот когда солнце палящее, она не любит, у нее начинают как бы листочки такие, знаете, желтеть тоже от этого. Любит очень подкормки. Но я уже говорила, что она любит землю такую плодородную, в общем-то, но рыхлую. Ну вот, сейчас буду я ее оттуда методом перевалки, конечно же. Цвела она у меня очень обильно, прям очень обильно. И вот эти колоски, их можно убрать будет, чтобы она не тянула сок, не тратила сил на созревание семян. Вот прям все-все колоски. Хочу убрать. Здесь тоже. Она у меня прям вся-вся-вся в цвету была. Посмотрите, сколько я насрезала. И еще сколько я срезала еще до этого тоже. Там все в корнях. О, все в корнях. Даже вообще ничего нету. Здесь чистый горшок вообще. Сейчас я вам хочу развернуть тоже, показать. Вот видите, у нее вообще просто, она все сплела, все в корнях. Я ничего чистить не буду. Вот эту вот верхнюю только почву немножко уберу. И все. Здесь хочу ее просто подчистить. Ее, видимо, выращивали в чем-то, я не пойму, какая-то ерунда такая. Это же не дельфинная таблетка. Вообще не знаю, что такое. Я на дно насыпала, там у меня керамзит и пенопласт. И добавляю земли. Здесь у меня лесная, лиственная земля, верховой торф, уголь древесный, удобрение, осмокот я добавила здесь. Такая очень, знаете, рыхлая земля, хорошая такая. Ну вот, горшок ей как раз вообще хорошо.
это растение мне очень нравится. У нее прям такие цветы оранжевого цвета, яркого. Прям, ну, красиво очень смотрится. Размножается она вот такими вот, вот отводочками. Вот, например. Можно поставить водичку или сразу укоренить в почву под пакет или баночкой накрыть. Ну, создать, в общем, тепличное условие. И она прям очень хорошо укореняется. Вот так вот. Я ее давно не пересаживала. Прям у нее уже требовалась пересадка. Такой корешочек торчит. Добавила земли прям очень хорошо. Думаю, сейчас она прям начнет расти и закладывать бутоны. Она цветет, могу сказать, круглый год. Она вот-вот у меня скинула бутоны. Так что не бойтесь заводить себе эту красавицу. Вы не пожалеете. Она вас будет радовать такими прекрасными цветами. Могу сказать, что Кроссандра любит капризничать. Если, допустим, ей что-то не понравится, она сразу вам покажет свою, что ей капризность. У нее могут желтеть листья, или она может просто не цвести. То есть, а если ей создать вот такие условия, как бы уход за ней, летом она обильно очень любит поливаться, но по мере пересыхания, как обычно, верхнего слоя почвы. А так все нормально, светлое место, такое, знаете, непрямые солнечные лучи. И прекрасно она себя чувствует. Увидимся в следующем видео.